Оказывается, дизайн и отношения в семье – вещи напрямую взаимосвязанные. Некоторые мужчины уверены, в доме все должно быть так, как хочет жена. Ученые считают, что в интерьере должны быть учтены интересы всех членов семьи и их темпераменты. Тогда каждая вещь в доме найдет свое место. Чтобы везде, в любой вещи присутствовал игровой момент. Вот это очень важно, допустим. Вот вы, как женщина, допустим, на кухне, могли играючи мыть посуду, там ложки, все у вас все под рукой. Мы должны выстроить психологический ряд этого интерьера. Почувствовать, чем болеет этот интерьер, чем живет вот, обитатель этого интерьера. В выборе основных цветов в квартире Владимир Петрович Смирнов, доцент кафедры дизайна, советует исходить из психологических особенностей. Красный цвет возбуждает, зеленый успокаивает, оранжевый поднимает настроение, коричневый ассоциируется с домашним теплом. Но надо помнить и о национальных особенностях. Они тесно связаны с климатом страны. Например, в наших краях маловато света и солнца. Значит, это можно компенсировать интерьером. Есть такие понятия, как французский стиль, да? Там на яркие петушиные какие-то вот отношения такие. У нас все-таки мы пока где-то между Англией, да? Англия – это такие сдержанные, пастозные цвета. У нас, естественно, надо, наверное, больше каких-то радостных цветов. Мы как-то должны вносить это в интерьер. Свет и солнце. Для небольших квартир дизайнер советует выбирать мебель-трансформер, которую можно убрать или использовать для разных целей. Подбирать полупрозрачные вещи, например, шифонер можно превратить в витрину. Добавить домашнего тепла модный стиль кантри и сочетание старой семейной мебели с новой дизайнерской. Но все-таки главное в интерьере квартиры – это психология, считает Владимир Смирнов. И прежде чем планировать изменения в доме, надо составить сценарий, как в театре. Опросить всю семью, допустим, и почувствовал себе, сделать заметки, что, как, даже те моменты, посмотреть, какие предметы, допустим, у вас, гардероб какой, чем вы, допустим, вам более интересны, какие вещи, где вы относитесь, смотреть вам в глаза даже, смотреть в глаза и почувствовать, что же вам необходимо для этого. Надо создать гармонию, чтобы гармония, и тогда в душе была тоже гармония.